Снова зовет нас к телеэкранам, и мы начинаем нашу прямую трансляцию из Англии со стадиона Эдерсон. В защите Кайл Уокер играет с Жоао Канселу. Илкай Гюндоган с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И впереди у них всего один игрок, это значит, что полузащите нужно... Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективной. Жезус. Ман-Сити без мяча остается. Снова зовет нас к телеэкранам, и мы начинаем нашу прямую трансляцию из Англии со стадиона Эдерсон. В защите Кайл Уокер играет с Жоао Канселу. Илкай Гюндоган с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И впереди у них всего один игрок, это значит, что полузащите нужно... Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективной. Жезус. Ман-Сити без мяча остается. Снова зовет нас к телеэкранам, и мы начинаем нашу прямую трансляцию из Англии со стадиона Эдерсон. В защите Кайл Уокер играет с Жоао Канселу. Илкай Гюндоган с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И впереди у них всего один игрок, это значит, что полузащите нужно... Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективной. Жезус. Ман-Сити без мяча остается. Снова зовет нас к телеэкранам, и мы начинаем нашу прямую трансляцию из Англии со стадиона Эдерсон. В защите Кайл Уокер играет с Жоао Канселу. Илкай Гюндоган с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И впереди у них всего один игрок, это значит, что полузащите нужно... Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективной. Жезус. Ман-Сити без мяча остается. Снова зовет нас к телеэкранам, и мы начинаем нашу прямую трансляцию из Англии со стадиона Эдерсон. В защите Кайл Уокер играет с Жоао Канселу. Илкай Гюндоган с первых минут играет в центре полузащиты с Кевином Де Брюйне. И впереди у них всего один игрок, это значит, что полузащите нужно...
Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая тактика может быть очень эффективной. Жезус. Ман-Сити без мяча остается.